Мой полный тезка Сергей Николаевич в черной футболке играет. Он примерно моего возраста. Посмотрим одну партию их. Играет шикарно, ребята. И он тут, пацанчик, он что-то он немножко сегодня не в форме, он играет. Один из лучших вот тот. Не, ну я за Сергея Николаевича болею, естественно. Ай-яй-яй, испортил, испортил. Ну что ж ты, Серёнька. Ай, это что такое? Да ну ты смотри, что ты, Сережа, начал его снимать. И он начал, он играет шикарно, ребята. Это просто... Сережа, какой счет по партиям, Сереж? Да ну ты глянь, одни ошибки за ошибку идут, елки-палки. Это ужас. Так, я вон на том столе тоже звери. Ой, звери. Это здесь куда ни глянь, одни звери. Серьезно, да, это просто. Тут уровень кандидата в мастера спорта, наверное, 90%. Нет, что на Сережу сегодня не похоже, елки-палки. Бывает, сами знаете, бывает. Ай-яй-яй, такой не попасть, ну елки-палки. Бывает настроение не то, не с той ноги, как говорится, встал. Ой, какой удар, Сережа, сказка. Он плохо слышит, а здесь плохо слышит, конечно. Сеточка. Да, что-то сегодня Сережа продул партию. С каким счетом партия проиграна, а? 11-4. Я же тоже вижу, что-то слишком Сережа потух полностью. Дурдом какой-то. Надо собраться. О, начинает Сережа набирать. Молодец. Ой, красава. Ой, красава. Сережа, прелесть. Серёнька, держать. Да ну что же ты такой. Зараза. Молодец. Ай-яй-яй-яй. Ой, молодцом. Все-таки этот два раза моложе, пацанчик. Что ты, елки-палки. Ну, не в два раза, но полтора точно. Да ну японский бог. Такой мяч, а ну, Серёнька. Сережа в футбол решил поиграть даже теннисным мячиком. Ой, красава, ой, красава. Вот так, ребята, жизнь и проходит потихонечку. В хороших вещах, в удовольствии, то, что любишь. Зараза, этот любит свечи бросать. Да ну что-то Сережки сегодня не идет. Ладно, ребята, на это смотреть можно вечно. Да ну бляха-муха, невезуха. Ладно.